В Казахстане вся проектная документация на строительство новых объектов переводится в электронный формат. При этом экспертиза проектов передается в конкурентную среду. Об этом было заявлено в АТРАУ на совещании с участием специалистов архитектурного контроля, государственной строительной экспертизы и проектировщиков. Ожидается, что новшества, инициированные главой государства, обеспечат большую прозрачность и открытость при освоении многомиллиардных бюджетных средств, выделяемых на проектирование и строительство жилья, а также социальных и промышленных объектов. Электронная база данных заработает уже с 1 апреля, а к 2020 году 90% экспертных услуг будет передано созданным на рынке частным компаниям. РГП «Госэкспертиза» оставит за собой контроль только за строительством международных, межгосударственных, уникальных и технологически сложных проектов. Реформирование направлено на то, чтобы дать большую свободу проектным организациям, строителям реализовывать свои замыслы, идеи, чтобы строилось больше качественных зданий, выполнялось больше качественной проектной сметной документации, и чтобы не было вот этих негативных последствий, связанных с тем, что вот идет удорожание строительства, идет какие-то заминки с финансированием строек, связанные с освоением бюджетных средств.